Мы проводим во второй раз уже конкурс «Лучший шиномонтаж» в Вологодской области. Участники у нас приезжают со всей нашей необъятной Вологодской области. Конкурс будет проходить следующим образом. Участникам на время и, естественно, на правильность нужно будет разобрать и собрать колесо, и при этом его отбалансировав. Это... То есть все как в настоящем шиномонтаже, все то, что делают мастера с вашими колесами. Критерии, по которым лично я буду оценивать, да, ребят, это прежде всего порядок и правильность выполнения работы. То есть я считаю, что скорость в этом деле не самое главное. Самое главное – качество, которое будет достигнуто. И если выполнять все по правилам, да, по установленным, тогда качество будет на должном уровне. Чаще, да, так, конкурса. Ну, во-первых, и с других шиномонтажей знакомимся, узнаем, как у них этот дела обстоят, и сами для навыка все полезно. Постоянно в работе? Да. Ну, у нас сезон был рекорд, машину полностью перебывали за 14 минут. Да, целиком машину снимали, мыли, разбирали, собирали. Сейчас поставим машину по графику. А так по графику в час две машины. Были бы свои станки родные, все бы было намного быстрее.